Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы. Мир вам и добра». По вашей просьбе агрогороскоп. Да, это агро тоже, потому что разведение домашней птицы – это тоже сельское хозяйство. Итак, рассмотрим вопрос инкубации домашней птицы в марте месяце 2023 года. И сразу же мы напомним о том, что выход всегда – очень хорошая, здоровая птица. Многие убедились уже по прошлому году, когда мы получаем выход в дни полнолуния, сожженный путь полнолуния. То, что нельзя с растениями делать, но получить именно выход птицы в этот период. А у нас полнолуние в апреле будет, 6 апреля. Поэтому надо вот этот период с 4 по 7 получить всю вот эту птичку, которую мы будем закладывать то ли под квочку, то ли инкубатор. Давайте рассмотрим все даты, когда мы можем это использовать в марте, чтобы получить очень качественный выход. Итак, для курей надо закладывать яйца куриные с 17 по 19 марта. С 17 по 19 марта. Гуси-индюки с 8 по 11 марта. Перепела. Есть разные сейчас породы. И вот с 18 по 20 марта закладываем для того, чтобы получить здоровый молодняк. Мускусные утки с 1 по 4 марта. То есть уже вот как близко, даже с завтрашнего дня можно закладывать. Утки белая, украинская, башкирская, пекинская. Вот эти породы, для того, чтобы получить здоровый молодняк, нужно яйца этих птиц с 10 по 13 марта закладывать, для того, чтобы получить выход именно в период. Видите, у нас должен выход получиться именно дни сожженного пути полнолуния. Самые лучшие периоды, когда выход в полнолуние. Здоровая птица. Итак, мы ответили на ваш вопрос и просьбу, чтобы мы подготовили такой агрогороскоп по инкубации домашней птицы в марте для получения уже молодняка, выхода маленьких птичек домашней птицы в апреле месяце. И эта дата у нас 4 по 7 включительно, с 4 по 7 включительно апреля. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Здоровья вам и хорошего настроения, благодатной погоды. Закладывайте с хорошим настроением в инкубацию яйца. И пусть выход вас будет радовать, и птица будет здоровой, полноценной. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Виконуємо ваше прохання, і сьогодні ми підготували агрогороскоп інкубації для домашніх птахів, яєць домашніх птахів в березні 2023 року. Нагадаю, що найкращий вихід молодняка – це в дні повні або ж перед і або після, тобто спалений шлях місяця. Це для виходу домашніх пташок і не тільки домашніх, дуже гарний час. І ось ми у квітні повинні отримати з 4 по 7 квітня якраз маленькі оці пташечки. А давайте тепер подивимося, коли ж треба закладати яйця на інкубацію, чи під квочку, чи інкубатор. Давайте розберемося з усіма видами всіх домашніх пташок. І так, в березні закладаємо кури з 17 по 19 березня, гуси і індики з 8 по 11 березня, перепела, зараз декілька порід є, і їх треба закладати, яйця на інкубацію, з 18 по 20 березня, мускусні качки з 1 по 4 березня, у них якраз саме найбільший період висиджування. І такі качки, як біла, українська, башкирська, пекінська, потрібно закладувати на інкубацію яйця з 10 по 13 березня. Ось вони в нас всі пташки, які ми вирощуємо в домашніх умовах. Ось весь такий агрогороскоп. Птахи – це теж сільське господарство, і ми зрозуміли ваше прохання і підготували такий гороскоп.
Час нашого відео добігає кінця. Його підготували Раїса Горіченка та Олександр Волік. На все добре. Бувайте здорові!